Масляный радиатор с тремя режимами мощности для комнат до 22 квадратных метров. На распаковке масляный радиатор от компании Polaris. Модель POR0420 в черном цвете. В комплекте с обогревателем идут 4 поворотных колесика с креплениями, инструкция и гарантийный талон. Итак, перед нами металлический масляный обогреватель с 9 секциями изогнутой формы и увеличенной площади. Весит устройство почти 9 кг, а его габариты не превышают 71 см по высоте и 50 см по ширине. Для удобного перемещения прибора сверху предусмотрена небольшая ручка, а снизу крепится 4 вращающихся колесика. Рядом с ручкой находится механизм. Механическая панель управления. Один регулятор позволяет выставить один из трех режимов мощности на 800, 1200 и максимальные 2000 Вт. Второй регулятор – термостат для уменьшения или увеличения температуры. Ниже, в середине лицевой панели – световой индикатор. Работает радиатор от бытовой электросети. Длина сетевого шнура 1,6 метра. На корпусе предусмотрено место для намотки кабеля. Для безопасного использования у обогревателя предусмотрена защита от перегрева и автоотключения при падении. Подытожим. Этот масляный радиатор – оптимальное решение для обогрева помещений средней площади – до 22 квадратных метров. Интенсивность нагрева можно регулировать, выбрав один из трех режимов мощности, а комфортную температуру будет поддерживать термостат.